В Ташкенте начала свою работу первая международная научно-практическая конференция магистров и клинических ординаторов на тему «Актуальные вопросы клинической онкологии и радиологии». Партнерами мероприятия стали ведущие эксперты сферы. Лечение и предупреждение онкологических заболеваний требуют консолидации знаний, сил и ресурсов, потому и программа конференции весьма насыщена. К работе в научном форуме привлечено весомое количество спикеров из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России. Это и опытные профильные специалисты, и молодые, со своими взглядами и подходами. Очень рад, что пригласили и есть возможность выступить на этой конференции. Очень интересный, необходимый формат, потому что он позволяет объединить школы онкологические стран СНГ. И что очень важно, позволяет далее идти в одном векторе, в одном направлении, что значительно улучшит результаты лечения наших больных. В общем-то, а целью нашей это и является. Поэтому такой формат, где мы можем обсуждать различные вопросы онкологии, экспериментальную онкологию, хирургию, лекарственное лечение современное, обогатить друг друга знаниями, поделиться тем, что мы можем сделать. Представлены доклады не только о практических достижениях отечественных и зарубежных коллег, но и новаторские решения в диагностике и лечении онкологических заболеваний. Участники получили возможность доступа ко всем материалам научной программы, особенно подчеркнули ее информативность и востребованность. Медицинская отрасль, и как другие отрасли, она требует модернизации, продвижения. Все технологии, как и в медицинской отрасли, они идут вперед. Также и онкологии. Замечается быстрый, прогрессивный продвижение вперед. И привлечение молодых специалистов, молодых ученых к тому, что они уже мыслили по-научному и обоснованно выражали свои мысли и могли бы предложить что-то новое в будущем. Научные доклады будут затрагивать многие стороны онкологической отрасли. Онкология, она сама по себе, сами знаете, наука, которая требует себе внимания. В рамках конференции организаторами предусмотрен конкурс лучших докладов среди магистров и клинических ординаторов. Проводится он в целях активизации и повышения качества исследований в области онкологии и медицинской радиологии. Лучшие работы будут озвучены по завершению первой международной конференции.